Дорогие друзья, соотечественники, я сегодня обращаюсь к вам за материальной помощью. Мне она необходима для продолжения борьбы против коричневой чумы, которая засела в моей любимой родине, Украине. Нам нужно побеждать, нам нужно доносить правду до наших граждан. Необходимо прекращать эту долбанную, проклятую войну, которая уносит жизни ни в чем не повинных людей Донбасса, мирных граждан наших. Я уверен, что именно вместе, когда мы сплотимся и будем друг другу помогать, победа будет за нами. Всем, кто сколько может, помогите, пожалуйста. Спасибо.